за Андрея я рад, но, к сожалению, этот отбитый пенальти до конца не вижу, что он там насильно поменял. Вроде мы хотели, вроде, но на сегодняшний момент мы это не смогли сделать. И думаю, где-то может и нам всем после этой игры, может быть, чуть-чуть надо опуститься на землю, что поэтому что и даже это Молдавия с большим уважением и Черногория где-то нам показали, что может быть мы не настолько, ну, столько сильны, насколько мы сами думаем, как играли вторым номером с Англией, у нас где-то получалось и неплохо сыграли, даже могли выиграть на Вембли. А вот эти две игры, когда мы, ну, явно играли первым номером, это у нас явно не получилось. Так что анализ надо по-любому сделать, надо какое-то решение найти, потому что сейчас с каждой игрой у нас все меньше и меньше возможностей остается добиться такого результата, чтобы нам помог выйти на чемпионат мира. Так получается, что чем сильнее соперник, тем мы лучше играем. Ну, к сожалению, наверное, да. Но на любого соперника надо настраиваться и взять максимальное количество очков. Что за потасовка случилась, когда вроде это и ты там, ну, с тебя с кучером разнимали? Ну, ничего, эмоции. Саня эмоциональный парень, и как бы хорошо, что все закончилось, что он не получил карточку предупреждения. Я постарался, чтобы он там, не дай бог, что-то случилось, чтобы остались в меньшинстве. Ничего, он подошел в раздевалке, потом в перерыве, и как-то отдали друг другу руку и вышли на второй тайм. Но это как-то влияет? Это команда нервничает или это из-за того, что забили, да, что пропустили первый? Знаете как, я вам скажу, нервничает команда, когда видит, что его не получается. Если бы у нас все получалось, если бы хорошая игра была, я думаю, что на эти моменты бы не обращали внимания. Сразу, когда игра где-то не идет, ты берешься за судью, то соперник тебя так не посмотрел, то этот... То сами футболисты все понимают. Так что прежде всего надо, чтобы каждый себя сделал выводы, чтобы вся команда, тренерский штаб, это все эмоции. Впоследствии, я думаю, бессилие на поле. Пока никто ничего не прощался, пока никаких информаций по этому поводу не было. Просто, ну, пожелал нам удачи, будем ли мы вместе встречаться или нет, ну, узнаете, я думаю, все в скорее время. Знаете как, ошутилось или нет, ну, не знаю, мне, честно говоря, не хочется говорить такие вещи, что типа вот поменялся тренер из-за этого, ну, сегодня мы проиграли, эти две игры проиграли и не добились хорошего счета просто из-за того, что мы не показали это, что мы сможем, и не сыграли так, как мы сможем. Не считаю, что тренер в чем там виноват. Жалко, что с Олегом Владимировичем такое случилось. Может быть, если бы он сегодня был на скамейке, мы бы... Не знаю, сыграли лучше, не проиграли, но не говорю, что это именно момент, из-за чего мы сыграли так плохо. Можете, ну, видеть каждый эпизод и каждый момент, где-то мы сегодня и опаздывали, и медленно играли. Жалко просто болельщиков, которые сегодня пришли на стадион и поддержать нас. Не знаю, очень мало шансов остается сейчас на попадание. Они есть, но очень тяжело. Если мы дома проиграли, Молдавию не бы играли с большим уважением, ну... Не знаю, посмотрим. Может быть, будет лучше в следующих играх. Кого сейчас нужно рассматривать как самого главного соперника за чемпионат мира? Всех. Всех, так как мы сегодня и завтра, сегодня и прошлую игру сыграли, не вижу чем, ну, посмотрите турнирную таблицу, нас Молдавия опережает. Не вижу, мы их там не обыграли, не вижу на сегодняшний день, чем мы сильнее их. Это оно так есть, главного соперника. И Черногория нас обыграла, и, ну, Англия сама по себе, она всегда фаворит группы. Там есть и Польша, хорошая команда. Нет такого, что вот наш соперник такой и такой. Много команд впереди нас на турнирной таблице. Нет, никак. Ну, просто хотелось бы, чтобы все игроки, может быть, и вся команда, и... Я понимаю, что вся Украина ожидает от нас, что мы играем в всех сильных клубах, что оно все должно быть так, как-то где-то фаворитами, но сегодня и в Молдавии мы этого не показали. Был коллектив Молдавии, там, ну, моменты не использовали. Сегодня как-то какая-то игра, не знаю, почти где-то без моментов. Дома играем в Черногории. Руки никто не опустил, это точно. Будем стараться, но думаю, что психологию надо прежде всего поменять. Снова тренер. Ну, тренер, конечно, тренер. Ну, тут игроки все опытные. Никто не может понять, почему не хватает. Вроде играете, да, в клубах показываете игру, а в сборной собираетесь,
Это анализы можно делать до дней 7 спокойно. Каждый может найти причину и говорить.